Одесса на пороге исторического события. Завершается строительство масштабного социального объекта Международной академической школы Одесса. Уже сегодня можно увидеть роскошное здание на Академической 30. А ведь всего 6 лет назад скептики прогнозировали на этом месте очередные высотки. Два храма, учебные корпуса, трехэтажный спорткомплекс, здание киноконцерт-холла и другие уникальные составляющие единого ансамбля построены без копейки бюджетных средств. Прежде всего, здесь позаботились о безопасности и комфорте детей. В вопросах теплоснабжения были найдены инновационные решения. Использовать альтернативные источники энергии. На крыше учебного заведения установлена самая крупная в стране гелиосистема, состоящая из более чем сотни солнечных коллекторов. Они произведены в Австралии. Мы здесь ставим 105 коллекторов. А для сравнения, для того, чтобы было понятно, много это или мало, в каждом общежитии Национального университета юридической академии, где проживает 500-600 человек, 14-15-16 коллекторов. А здесь 105. Почему? Здесь бассейн, спортивный зал, здесь отопление, и здесь мы показываем всем жителям города, при желании можно экономить электроэнергию. Помимо завершения строительных работ, вокруг школы проводится благоустройство территории. Вход здесь будет для всех желающих. Высадим здесь 300-400 деревьев уже этой весной, в марте месяце приступим к высадке здесь деревьев. Здесь будут, вот смотрите, клумбы красивые, здесь система полива уже разведена. И, естественно, что здесь будет особая плитка, гранитная плитка в системе 3D. Подробнее о завершающем этапе строительства школы и о том, что уже сделано на этом уникальном социальном объекте, смотрите в завтрашнем выпуске новостей в 18:30.